Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Зарплатные предложения от кировских работодателей снижаются. Это отмечает служба исследований HeadHunter. В Кировской области в среднем с начала года средняя зарплата, которую предлагают работодатели потенциальным соискателям, сократилась на 269 рублей. В январе она превышала 38 тысяч, теперь составляет 37 875. В среднем по стране предложение увеличилось на 4 тысячи с 45 до 49. Сильнее всего предлагаемые зарплаты выросли в Краснодарском крае на 12 тысяч рублей, на Чукотке на 9. Самое заметное приседание в Ненецком автономном округе сразу на 7 тысяч. Сильнее всего выросли предлагаемые зарплаты в медицине, упали в госслужбе и НКО. Программа «Экономика». Кировская область экспортировала более 8 тысяч тонн палочек для мороженого. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. Всего с начала года экспортировано 556 тысяч кубометров лесопродукции, 10 тысяч тонн древесных упаковочных материалов. Среди них почти 2 тысячи тонн спичечной соломки из осины, 8 тысяч тонн березовых палочек для мороженого. Продукция экспортирована в 72 страны. Основные покупатели кировского леса: Китай, Азербайджан, Казахстан, Ирак, Иран, Узбекистан, Израиль, Польша и ряд других стран. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Маркетплейсы – это удобный инструмент для продажи товаров. Не нужно создавать и раскручивать свой интернет-магазин или приложение, продумывать доставку. Крупнейшие торговые площадки теперь сотрудничают с самозанятыми. Но когда ведешь бизнес один, разбираться с новыми алгоритмами работы не хватает времени. А тут понадобится электронная подпись, электронный документооборот. С выходом на Wildberries и на UDS, United Digital Solutions, кировским самозанятым помогут специалисты Центра «Мой бизнес». До 3 сентября самозанятые могут подать заявку на финансирование услуг по выходу на электронные торговые площадки. Ознакомиться со списком необходимых документов можно на сайте moibusiness-43.rf. Услуги оказываются при поддержке Минэкономразвития России и правительства Кировской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В завершение курсах валют: официальный доллар сегодня 73 рубля 74 копейки, курс евро 86,58. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.